субботу в Варшавский аэропорт имени Шопена поступила информация, что на борту приземлившегося из Киева самолета может находиться бомба. Информацию подтвердил представитель порта. На территорию аэропорта около 20:00 прибыли несколько патрульных машин и скорая. Соответствующие службы проверили достоверность полученной информации. Через 3 часа выяснилось, что тревога была ложной. Это еще один такой случай в апреле. Аналогичная ситуация произошла в пасхальное воскресенье, то есть 4 апреля. Тогда в столичный аэропорт поступила информация о потенциальной угрозе в самолете, прилетевшего из турецкого Стамбула. Эта информация оказалась ложной.